мы вам доверяли самое дорогое, что у нас есть, наших детей. Надежные руки лучшим воспитателям. Любимые наши, родные, Ольга Владимировна и Наталья Викторовна. Мы сегодня радуемся успехам наших детей и гордимся их достижениями в детском саду. Благодарим вас искренне от души. За добрые слова приветствия каждое утро. За заботу и внимание. За мудрость и профессионализм. Вместе с вами наши дети шаг за шагом делали новые открытия. В нашей группе всегда царила домашняя уютная обстановка. Спасибо вам за веселый детский досуг, доброе воспитание. За интересные увлечения и веселые игры. Вы дарили нашим детям частичку себя и окружали их заботой. И научили их настоящей дружбе и работе в коллективе. Каждый день вы рассказывали им, как нужно вести себя за столом. Почему важно вовремя ложиться спать? И с улыбкой прощали им проделки. Выражаем вам глубокую признательность за доброту и внимание. Ваша работа и ваш труд вызывают восторг и восхищение. Спасибо вам огромное за те усилия, любовь и нежность, что вы дали нашим детям. Пусть в вашей жизни часто звучат вот такие слова благодарности. И пусть детей, выпущенных вами в мир, будет больше. Потому что мы уверены, что они станут прекрасными, добрыми и честными людьми. Которые будут делать этот мир лучше, потому что вы их воспитали. Спасибо вам за все. Спасибо! Роняйте слезы с ваших ресниц. Сколько у вас доброты и ласки. И мудрее вас в мире нет. Вы, наверное, пришли из сказки и растили нас столько лет. Не грустите, мы обязательно вас не раз еще не навестим. Наши любимые воспитатели. От всей души вас благодарим. Для нас вы как вторые мамы были. Дарили нам заботу и доброту. И всех нас одинаково любили. Показывающие сердце широту. Терпеливо нас учили. Помогали и ценили. Благодарны мы вам за все. Все труды вам на лицо. Мы читаем, мы писаем. Песни пели и плясали. И читали мы стихи. Были классные деньки. Вот такое нужно сердце воспитателю иметь. Чтобы всех своих детишек приласкать и обогреть. Вы позвольте нам родные от души нам подарить. Наши скромные сердечки. Чтобы в них вас обогреть. Спасибо! Спасибо вам за... О, все, забыл, подожди. Спасибо вам за... Ага, все. Давай, продолжайся. Вы дарили нашим детям тепло и... Все, ставите. Почему важно вовремя ложиться спать и с улыбкой прощали все проделки? Сейчас еще раз. Которые будут делать этот мир лучше, потому что вы их... Блин. Подожди. Еще раз. Паша! Паша, мне или в камеру? Рассказывай, давай, можно? Сейчас. Выражаем вам глубокую признательность за доброту и внимание, да? Да. Выражаем, скажи как? Выражаем вам глубокую... Зачем? Это не моя, моя. Наврала. Наврала. Вообще, ну ладно, что-нибудь-то поди. Вы дарили нашим детям... Все эти годы
Я забываю слова. 5, 5, 6. На камеру поставить. Спасибо вам огромное за те усилия. Не рифмы, блин, идет.